Вот здесь, подъезжая, получается, к главному входу Аларчи с парковкой, находится вывеска. И потом вы отправляетесь в эти отели. Администрация находится ближе к горам. Ура, мы приехали! Так, подсказка для тех, кто не хочет быть в пробках по дороге в Аларчу и обратно. Мы выехали вечером из Бишкека, приехали сюда примерно в 6, разместились в хороших номерах, прямо вот здесь рядышком. 6 отличных номеров, с душем, туалетом в каждой комнате, с столиками, с холодильниками, с кроватями, со шкафами для вещей. И сегодня после ужина в нашей комнатке все привозим с собой, все, что дома было, набрали вкусняшного. И завтра утром отправимся вон туда, в горы. Можно, кто не любит ходить, пойти по асфальту, по дорожке. Кто любит больше прогулки по горам, пойти по тропинкам. Завтра мы так и разделимся. Папа, мама пойдут у нас по асфальту, по тропинке. А мы с сыном пойдем гулять вверх на панораму. Так как наше семейство не очень дружит жаркое шашлыков, то мы перешли на маршмеллоу, потому что огонь мы очень любим. Также неплохой вариант для тех, кто не дружит шашлыками, это пожарить сосиски. И вкусно, и сложно испортить блюдо, и хорошая атмосфера вечера. Как тебе, Даня? Утро в горах с хорошим кофе, латте, экспрессо, капучино, американо. Все это взять бокальчик, сесть на скамейке и смотреть на вот такие горы. Я думаю, это просто замечательное утро. Все, я пошел делать кое-кому сюрприз прямо в номер.
как тебе, Дань, в Аларче? Что нравится больше всего? Ух ты, у тебя игрушки с собой? Кидай мне. Видно, здесь тоже очень много. Там находится баня. Тоже можно договориться с администрацией, кто хочет горячего отдыха. И очень хорошая новость, что это место работает круглый год. Я думаю, представляете, какая здесь будет красота зимой. Это все будет покрыто снегом, топчаны, теплые номера, у них теплые полы плюс электрический обогрев. Горы будут покрыты снегом. И я думаю, что любой из вас получит незабываемое впечатление, удовольствие от такого отдыха. Вот мы находимся на входе самой баньки. Здесь есть бассейн. По вашему звонку заранее за 4-5 часов его могут наполнить специально для вас, чтобы вы знали, что чисто, аккуратно именно для вас было сделано. Но обычно в летнее время все бегут в пруд. Это очень стильно, красиво, с ледниками. Вот. Тут есть зона отдыха. Тут у нас хороший туалет. Потом идем дальше. Здесь находится раздевалка. Здесь можно с друзьями посидеть. Здесь достаточно места много, чтобы большой компании сесть, отдохнуть. Здесь находится следующая часть нашей бани. Все очень чисто, аккуратненько, все новое. Кстати, этому комплексу всего 3 года. А здесь уже банька. Можно сесть. У меня 1,80 м рост. Достаточно всем не тесниться с большим простором, хорошенько кайфануть, камушки. Цена этой бани 1000 сомов в час, минимальный заказ по 2 часов и более. За аренду простыни 60 сом, полотенца 80 сом, если нужен халат 150 сом. И после всего идет окончание 20% от общей суммы заказа за обслуживание. Я думаю, цены очень приемлемы для такого места, когда вы десятером заходите сюда, кайфуете, наслаждаетесь, все это ваше, а рядом находятся замечательные горы Аларче. Вот такое вот замечательное место. Здесь у них есть собственный пруд, он холодный, но для тех, кто купается в бане, прыгать сюда в самый раз. Глубина 2,5 метра. Здесь находятся 3 беседки среднего размера, одна беседка большая. Маленькие беседки, цена 1500 сомов за весь день. До 8 вечера они работают с 9 утра. Большая беседка с 2000 сомов в день. Здесь люди отдыхают, сидят, приносят еду свою, с дома. Можно получить мангал, казаны. И вот такой вид весь день наблюдать на вершину пиков, деревья. Здесь прогулочная зона просто огромная. Мы прогуляемся здесь через местные джунгли, то есть дети гуляют, взрослые сидят, отдыхают, кто хочет спит в этих замечательных номерах. В территории 6 хороших, комфортабельных номеров, туалет, душ в каждой комнате, комнаты большие, есть холодильник, микроволновка, прихожка со шкафами, с вешалками, с тапочками, то есть, ну, для хорошего отдыха, не спеша, не торопясь, все есть. Нам лично очень нравится. Что вы тут делаете? Мы рисуем. Классно.
два. Костры мы любим. Маленький перекус. И маленький водочек. Приезжайте отдыхать в мини-отель Легенда Оловчих.